Друзья, всем привет! Давно не выходила в прямой эфир. У нас уже время 1:21, немножко хочется спать, но решила выйти, поделиться с вами... Блин, что такое? Поделиться с вами новостями. Напишите, как видно, слышно, не пропадает ли связь. Что делаешь, как жизнь? Вышла в прямой эфир, чтобы пообщаться с вами. Посмотрите, какой у меня купальник, который я сшила своими руками. Прошу заметить, эти ракушки с нашего океана, с берега. В общем, видео, кстати, сегодня выложила также в этом купальнике. Показала, похвасталась. И не только видео. Я похудела, поэтому тоже безумно рада, что сейчас я нахожусь в форме, которая меня устраивает, ну, на 90%. Нужно немножко еще поработать над своим телом, и все. Эти блестки волшебные тоже. Антураж такой, который каждый день меня преследует, и не только меня, и всех участников. Я думаю, что вы догадались, может и нет. Напишите ваше предположение, почему мы каждый день в блестках, и почему каждый день у нас на лбу вот такая вот звезда, луна. Плохо видно, мутно видно, ничего поделать не могу, интернет очень плохой, всем дали интернет, все вышли, поэтому связь теряется. Самоизоляцию продлили до 31 марта, я слышала об этом, но также я слышала, что с 12 или 15 мая можно вылететь через сайт госуслуги, если подать заявку, там, ну, какая-то схема есть. Я пока в нее не углублялась, потому что было очень много других дел важных. Вот, но мне кажется, что прям, не знаю, мне хочется верить в то, что в скором времени я окажусь в Москве и забуду эти острова как страшный сон. Но на самом деле сейчас нам не до скуки, у нас происходят разные события, нам весело, но мы стараемся веселиться, развлекать себя. Слышно хорошо, это прекрасно. Плохо видно купальник, ну его не может быть плохо видно, вот здесь ракушки. Я думала полностью ракушками сделать весь купальник, но сделала частично. Клеила, кстати, их на жидкий горячий клей. Обожгла все пальцы, но не сильно. Но в итоге сделала. Общаешься с новым мальчиком, который пришел? Да. Общаюсь. Я себе тоже хочу супер. Кстати, вот эту белую ткань я взяла в админке, то есть был белый рулон белой ткани, шила все вручную, не на машинке, руками, заняло по времени, это где-то час, нет, больше, часа два вместе с трусиками. Вот эта вот веревочка, это админская веревочка для подарков, которым обматывают. В общем, немножко фантазии, немножко времени, трудолюбия и, конечно же, энтузиазма, и вы получите вот такой вот божественный купальник. Потому что вы луниты, да, мы луниты. Олесечка, напиши отдельный пост про питание. Да, меня очень часто спрашивают про питание. Будет пост, возможно, завтра, возможно, послезавтра, конкретно о моем питании. Потому что хозяйка острова, поэтому все блестит. Ну, как вариант, как вариант. До 31 мая, а не марта. Ну, мая, хорошо. Оговорочка по Фрейду. Друзья, у нас 1:24. Сплю я по 5-6 часов. Понятное дело, что могу оговариваться, могу не соображать иногда. Опять же, недостаток сна влияет. 5 часов — это очень мало. Бабич проявляет симпатию к тебе или просто общение? Пока просто общение, я так думаю. Не знаю, как можно проявлять симпатию, когда ты не видел человека даже ни разу, не общался, не чувствовал его энергетику, не чувствовал его там запах элементарно, да? Поэтому мы просто общаемся, даже не хочется на какой-то флирт все сводить, ну, на какое-то близкое общение. Я не понимаю людей, которые общаются, вот взять даже Сережу, да, общается там с Мариной и говорит о какой-то влюбленности, говорит о том, что это уже его девушка. Это как минимум странно. Ты человека ни разу не видел. С экрана может быть один образ, но как вживую никто не знает. Поэтому это полное лицемерие, когда там какие-то завышенные ожидания ты оглашаешь на всю страну. Может быть, ты ее не полюбишь никогда. Скажи, что у тебя с Павлом Бабичем? Я же вам только что рассказала.
общаемся, присматриваемся. У меня дошла информация, что ему, оказывается, Марина там нравилась. Или нравится, я не знаю. Может, ему уже кто-то другой нравится. Поэтому не очаровывайтесь, чтобы не разочаровываться. Вот так вам скажу. Олесь, ты теперь звезда? Слушайте, я всегда считала себя особенной. Спасибо моей маме, которая внушила мне с детства, что я особенная, что у меня все получится, что я красивая, что у меня есть таланты. И мне это действительно помогло в жизни. Нужно говорить своим детям о том, что они самые лучшие. Многие родители, как бы, знаете, говорят: ой, да ты не добьешься там чего-то, у тебя там вообще дурная голова, и ты там ужасный человек. Нельзя так делать. Внушайте уверенность вашему ребенку с детства. Я благодарна своей маме за то, что она вселила в меня эту уверенность. Не звезда, но я себя люблю, ценю, уважаю. Такой, как я, больше нет. Не считай свои фото и видео пошлыми. Купальники, ниточки, где видно попу, и чуть-чуть прикрывает перед. Слушайте, друзья, если у меня идеальная фигура, почему я не могу ее показать? Это странно, как минимум для меня. Все прикрыто. У нас Сейшелы, у нас лето. И если я в купальнике, как бы... Где здесь пошлость? Пошлость для меня — это... Нижнее белье, ты лежишь на кровати, там что-то какие-то ешь фрукты, вот знаете, вот есть прям грязная пошлость, а есть аккуратная сексуальность. Вот, поэтому я не считаю, что я выложила какое-то пошлое видео. Это видео было заснято спонтанно, я проходила мимо лодок, мимо байдарок, решила поставить телефон, включила на плей и немножко покружилась в купальнике. Вот в чем была, в том и сняла. То есть, блин. Если вы видите в этом даже пошлость, это ваша проблема. Так, ты думала уйти за периметр, когда закончится карантин? Вообще да. То есть я уже определенно понимала, что отношений с Сережей мне не получится. Я давала последний шанс на островах, когда мы прилетели сюда, но не сложилось. И я уже действительно подумала, что прилечу в Москву, буду уходить с проекта. Но... Короче, не буду вам ничего говорить. Пока сама не знаю. Может, уйду, может, не уйду. Ты очень красивая, спасибо. Обожаю тебя, люблю тебя, целую, пупсик красивый. Спасибо. Ну, вообще, пора коллекцию белья выпускать. Да, кстати, я сейчас хочу сделать еще один купальник, такой ярко-розовый, фуксия, и думаю сделать его либо полностью в ракушках, либо оставить, ну, так блестящая такая ткань, из юбки хочу перешить из своей. Вчера у нас был выезд в магазин, я купила себе несколько новых вещей, но времени было мало. Надеюсь, нас еще отпустят в магазин. Новенькие Жени гораздо интереснее, на мой взгляд. У каждого свой взгляд на мужчин. Ты хочешь опять сойти с Сережей? Господи, как я устала от этих тем. Я не знаю, на каком языке мне вам еще сказать и вообще всем, что я не хочу быть с этим человеком. Постоянно вот в последнее время нас стали притягивать, сводить, какие-то свидания устраивать уже, которые вышли, да. Я сажусь на лобное, пытаюсь рассказать свою точку зрения, что мне человек этот не нужен. Есть чувства, есть разум. Чувства были к этому человеку, но я их потушила, и он их потушил своими ситуациями, отношениями ко мне. Головой я понимаю, что он не подходит мне по определенным критериям, поэтому я в первую очередь руководствуюсь разумом, но не чувствами. В общем, хватит меня к нему приписывать, я не хочу вообще с ним контактировать вообще никак. Мы пытались помириться, примириться, поговорить, ничего из этого не вышло, лучше нам вообще не общаться, все. Как там были, Женя, не сошлись? Нет, не сошлись. Женя проявляется, то не проявляется, то там опять Яна, то Юля. Какая-то каша, вот честно, каша такая манная, невкусная, с комками, от которой хочется блевать. Ну, по-другому не могу выразиться. Юля тоже, знаете, я, ну, очень ее люблю, как бы дружу с ней, но она тоже то не проявляет каких-то эмоций, ей якобы все равно. Потом в каких-то моментах ее цепляет отношение Жени, и она показывает свою реакцию, эмоции, хотя говорит, что чувств уже нет. Не знаю, не могу залезть к ней в голову, не могу понять, есть чувство или нет. Говорит одно, поступает по-другому. Все сложно. Мне кажется, это остров, замкнутое пространство. Все нас сводят друг с другом, ну, пытаются это сделать. И какая-то вот реально каша, вот грязь какая-то, фу. Хочется уже в Москву все забыть, все оставить.
Так. Что вы? Где вы были, друзья? Идет сладкая парочка просто под ручку. Иду, такие, нет, мы не вместе, у нас нет флирта. Передайте фото моим подписчикам. Всех люблю. Короче, так и живем. Почему ты трогаешь Сергея? Он тебя раз и два обозвал, ты его постоянно. Я его вообще не трогаю, никак не обзываю. У меня есть куча других дел. Вот честно. Если он не будет трогать меня, я не буду задевать его. Давайте так. Так. Блин, уже надо спать идти, потому что уже голоса просто нет, сил нет. Спала сегодня 4 или 5 часов. Днем не поспала. Сегодня целый день что-то мы бегали, делали. Почему Павел ходил со своей фоткой? Ну, смотрите эфир и все узнаете. Хотя нет, я знаю, наверное, потому что он мой ярый фанат, и я ему безумно нравлюсь. Да нет, честно, нет. Да-да, конечно, но смотрите эфиры, там все узнаете. Как я хочу, чтобы ты была с красивым, хорошим парнем. Так нравится смотреть на тебя в таком состоянии, чтобы ты любила кого-то. Нет, я себя тоже люблю наблюдать в состоянии, когда я влюблена, когда мне хорошо. У меня прям горят глаза, я такая становлюсь какая-то, не знаю, мягкая, добрая, счастливая. Мне сейчас хорошо, в принципе, но от того, что я, наверное, уже смирилась с тем, что я на острове, я уже ищу как бы позитивные моменты из негатива даже. То есть я понимаю, что мы тут заперты, неизвестно, сколько еще будем. Эти люди некоторые неприятные, знаете, которые мозолят глаза, которые пытаются даже найти с тобой какой-то контакт, а ты этого не хочешь. Все равно переключаюсь, наслаждаюсь, абстрагируюсь, позитивчик, все нормально. Фу, противная. Ну, друзья, отпишитесь, не смотрите. Зачем вы смотрите на противных людей? Это же к вам вопрос в первую очередь. Все прекрасно, очень красивый купальник и фигурка. Спасибо. Ромашов и Белая сошлись? Нет, не сошлись. А тогда почему конкурс, когда надо было угадать предмет, сказала, что это пошло, отказалась? Попой угадывать предмет, садиться на какой-то предмет, это пошло. А просто покрутиться, это не пошло, я считаю, в купальнике. Вы с Сережей на какой ноте общаетесь? Ни на какой. Мы вообще не общаемся. И нет желания. Общаешься с новеньким мальчиком Поляны? Ну, смотрите сторис и смотрите эфиры. Снимите, как вы краситесь, тоже в планах есть снять свой макияж. Женя с Юлей не сошлись, господи, ну, друзья, я отвечаю в сотый раз, не сошлись, общаются. У друг друга есть какие-то остаточные эмоции и чувства. Ну, нет там безразличия, не знаю. Ну, они головой понимают, что им не суждено быть вместе, что каждый хочет видеть рядом с собой другого человека. Зачем тогда сходиться на каких-то эмоциях, которые ни к чему не приведут? Женя хочет только волшебства. Но опять же, вы не можете залезть к нему в голову, чего он хочет на самом деле. Да, Леся, уже давным-давно не нужен этот не нужен этот Сережа. Он уже давным-давно запал на этого новенького Павла. У нее прям глаза горят, она прям не может и ждет, не дождется взаимную симпатию. Ну, Олеся, я не жду взаимную симпатию. Мне нужна Москва. Просто я хочу вернуться в Москву, увидеть своих друзей, увидеть своих родителей, абстрагироваться от острова и как бы выдохнуть морально, даже взять выходных дней 5. Почему вам так поздно дают телефоны? Потому что лобная закончилась буквально полчаса назад. Какова разница между твоей ТВ, какова разница между ТВ и жизнью на проекте? Колоссальная, я вам так скажу. Жизнь обычная, ты сам себе хозяин, делаешь, что хочешь. Хочешь — просыпаешься, хочешь — не просыпаешься. Здесь ты ложишься в 3 часа, и в 9 тебе железно нужно встать. Как бы хочешь, не хочешь, болеешь, не болеешь, все равно. Встаешь, идешь, работаешь, тяжело. Но я уже привыкла, честно. Вот даже мои побеги первое время от того, что я никак не могла привыкнуть к оскорблениям, к осуждению. Я чувствовала себя, как будто я на суде. У меня не было панциря. Сейчас я четко понимаю, что у всех на проекте участников есть панцирь. У кого-то потоньше, у кого-то потолще. У меня тогда его не было абсолютно. У меня была кожа. И все вот эти высказывания острые, как бы оскорбления, осуждения впивались в мою кожу.
Сейчас я закалилась. У меня уже есть такой нормальный панцирь. Сколько на проекте? 5 месяцев. Вот. Тогда я сбегала. Человек не хотел как-то мне помочь, войти в мое положение, хотя на проекте он был уже почти там год. Короче, зачем я опять все это вспоминаю? Давайте на другую тему. К сожалению, походу Бабич про хайп. Я допускаю такой вариант, поэтому максимально с осторожностью отношусь к людям, к нему, особенно после последних отношений. Ну вот только что ты сказала, что Сергей общается с Мариной и говорит о влюбленности. Это лицемерие, это не трогаешь его, что? Лицемерие, да, полное с его стороны. Я этому человеку вообще не знаю, как можно верить. Говорит одно, поступает по-другому. У него то чувство ко мне, то к ней, то он хотел меня вернуть, чтобы только по волшебной части бросить. Короче, не знаю, не хочется в этом вариться, разбираться тем более. Так, я сейчас заблокирую неприятных людей. Секундочку. Когда телефон у вас забирают, есть режим какой-то или как? Расскажи, пожалуйста, интересно очень. Да, у нас забирают постоянно телефоны. Утром мы просыпаемся, сдаем телефоны, получаем их часов в 5 на 2 часа на полтора. И ночью после лобного, опять же, на час на полтора. Это очень приятно, я ради тебя только смотрю там 2 перемоткой. Спасибо, очень приятно. Юля просто другая, ты более рациональная и последовательная, ты очень здравая и разумная. Спасибо большое. С кем дружишь на острове, кроме Юля? Руслан, он живет с нами в бунгало, Барышев. Именно чтобы дружить. А с остальными просто общаюсь. Друзей не может быть много. Слишком высокомерная. Вот у всех почему-то, у многих людей складывается такое мнение, что я высокомерная. Я не высокомерная, я себя просто люблю, ценю и не даю в обиду. И общаюсь с некоторыми с холодком. Что у тебя на лбу? Луна. Мы ведь луниты. А почему, узнаете в эфирах. Так, ладно, друзья, я пойду, короче, спать, потому что меня уже прям очень тянет на кроватку, буду спать. Всем желаю спокойной ночи. Постараюсь завтра выложить пост про питание, может быть, послезавтра. Надеюсь, что буду выкладывать много сториз. У меня накопилось очень много интересных, смешных сториз. Просто нет времени, нет сил, чтобы их выложить. Всех люблю.